Всем привет, с вами Александр Птичкин, основатель сайта multirocket.ru. В этом видео я кратко расскажу об этапах развития игрового движка PointJS и к чему он стремится. А стремится он к созданию MMORPG игр, а именно игр с иллюзией 3D, то есть не, может даже не с иллюзией 3D, а с реальным 3D пространством. Итак, что сделано? У меня многие спрашивают, что можно делать игры в изометрии. Вот я набросал такую карту, вот она пока так сделана. Да, вы можете делать игры с изометрией и в момент прохода персонажа по ступенькам нет никакой магии, вы можете вот трясти функцию тряски персонажа. Есть такая команда у нас в движке. Но самое главное, появилась вот Z. Смотрите, как она работает. Я зумирую, чтобы вам было поближе видно, смотрите, все. И мы уже прошли за персонажем. То есть мы можем обходить какие-то персонажи, какой-то выше, какой-то ниже. И тем самым мы можем просто создавать иллюзию 3D. Это еще больше упростит создание игр и сделает их красочными. Эти функции я не знаю, когда точно появятся в движке и в каком формате они появятся, но движок позволяет это делать. Все это сделано на нашем игровом движке PointJS. Итак, актуальную версию движка вы можете скачать и прочитать о ней на сайте, перейдя по этой ссылке, например. Здесь страница, ну, на которой изображено очень много примеров, представлено много примеров и исходников кода, что вы можете достичь. Также то, чему вы можете научиться, вы можете почерпнуть и из уроков создания игр. Вот PointJS создание игр. Это новый плейлист, по которому вы можете изучать уроки по созданию игр. И на этой странице вы можете ознакомиться с API движка и скачать демо-версию движка. Если она вас устраивает, там практически все функции на месте, то вы можете приобрести уже полную версию движка на данный момент, которая выпущена. Она немножко устарела, 2018 года, но к этому моменту пока я никаких функций не доработал, не было необходимости. То есть, когда появится конкретная необходимость доработать, еще какие-то функции не появятся. Поэтому не смотрите на дату выпуска. Дата выпуска – это лишь время моих последних изменений. Пока меня все устраивает, пока мы не нашли никаких багов, пока никаких новых функций я вносить туда не хочу. А когда будет внесено уже точно вот это 3D пространство, вы об этом, конечно, узнаете из истории развития движка. 2.08 версия уйдет в архив, и, например, появится 2.09, либо 2.010, я не знаю. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Пока!